Всем привет! Ну вот и заканчивается февраль. У многих уже посадки начались, вовсю идут. Но у меня потихоньку. Значит, я проращиваю лук, который мне не понравился, купила на посадку, и вот есть такой мягкий. Я его проращиваю, и сейчас в пост, во время очищения души и тела, мы его поедим. Еще я вырастила подсолнечник. Семена покупала для птиц. И вот немножко посадила в баночки. Уже добавляю его как микрозелень. Очень вкусный. Вот. А видео о чем? А, и перчик. Перчик я тоже посадила. Вот перчики. Сладкие и острые прорастают. Я немножечко о семенах. Где мы только не покупаем семена. В светофоре. Я, например, купила в Дикси редиску, горох, салат, цветочки и огурчики. А еще я вспомнила, что у меня есть вот такие пакетики кориандра и горчицы. Приправыч. А еще мы семена покупаем в продовольственных магазинах. Вот здесь у меня написано 18-й год и 2 года хранения. Эти семена я купила в отделе специй. Производит их Новосибирск. И они прекрасно всходят. Здесь их 15 грамм. Посмотрите, сколько их много, этих семян. Это сейчас я проверила на всхожесть. Вот, прекрасно, они взошли все. И это, конечно, мы съедим как микрозелень. Кинзу еще сажать рано. Я буду ее сажать в конце апреля. Вот такой ценный продукт, такие семена и так много, можно купить в отделе специй. Так что пойдете в продовольственный магазин, загляните. Вот новосибирская компания, город Новосибирск, Приправыч. Прекрасные семена, прекрасно всходят. Я вообще-то их добавляла в хлеб, когда хлеб пекла. Эти семена кинзы. Из них я уже и получила свои семена. Вот. Вот такая прекрасная, красивая кинзочка у меня выросла из этих семян. Имейте в виду, что семена из приправ тоже прорастают. Вот. И в конце хочется сказать, не хочешь быть пешкой в чужой игре, не участвуй в ней. Ну и пока все. Всем пока. До новых встреч.